Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Дмитрий Дронов, и сегодня у нас новая рубрика «Школьные вопросы». Давайте я вам кратенько обрисую картину, что будет происходить. Мы находим рандомных людей на вокзале, либо на какой-нибудь другой локации, и задаем им 6 вопросов. За каждый вопрос они получают плюс 5000 рублей. И с помощью последнего 6-го вопроса они могут либо удвоить свой банк, либо остаться с ничем. Да. Давай начнем с разогрева. А, смотри, за один правильный ответ ты получаешь 5000. Сколько звуков в слове «статья»? Звуков? Да, в слове «статья». Так. Звуков, статья. Сейчас не гони, просто так 50-60 вот уже. А сколько букв? Блять. 6. Так, 5. Значит, 5 звуков. Давай еще одну попытку. Статья. Ну, там же мягкий знак, а он считает. Не обозначает. Не, считается. Нет, он не считает, это же не обозначает звук. Максим, ваше мнение. Ну, ребята, важная поправка в данном моменте завафлил как и я, так и мой коллега, так и чел, который отвечал. В слове «статья» 6 звуков, он был прав, что мягкий звук не означает ничего, но я-то даю 2 звука, и получил 6 звуков. Но мы все равно ему засчитали, потому что на тот момент никто из нас в ответе не был уверен. Блять, поэтому вот так. Ты уже ответил. Угу. Могу еще раз повторить. Гулит. Да, давай. Чему равно отношение пути к времени? Ну, то есть, какую букву обозначает или что? Ну, там, расстояние, силе, производительности, там, чему-то такому. Скорости. Это, как его? Помочь? Если разделить на Т, что не, все нормально. Не-не-не. Ну, да, типа там. Все нормально, старый. Ага. Ну, чтобы получить этот... Ну, S разделить на T. Да, и вот что это... мы получим? Это... Время... Не-не-не-не-не, T, ты на... Не-не-не, неправильно. S на T. Вот ты расстояние делишь на время. А, нет, S разделить, ну, это мы получаем в этот V. Да. А V это что? Скорость. Да, все, правильно, 10 тысяч уже. Ура. А, готов к следующему? Уже посложнее. Да. Какое государство самое маленькое в мире? Могу перечислить варианты ответа. Смотри, первое — Мальта, второе — Ватикан, третье — Тувалу и четвертое — Монако. Ватикан же вроде, да? Давай еще раз. Первое — Мальта, второе — Ватикан, третье — Тувалу и четвертое — Монако. Несмотря на то, что Монако — это самая прекрасная страна или город, но я выбираю Ватикан. Абсолютно верно. Плюс еще 5000. Твой баланс... Да, Ватикан, это правильно. Твой баланс 15000 уже рублей. Ну и получился у нас первый блин комом. На третьем вопросе у человека вылетело из игры. Мы его немного постояли, пождали, но... Он так и не вернулся. Поэтому давайте к следующему герою. Смотри, всего будет 6 вопросов. Ты готов? Да. Смотри, первый вопрос. Сколько планет в солнечной Блять. Подожди. Дальше. Сколько планет в солнечной системе? 8 же, да? Да-да. Ну хз. Ну хз. Ну смотри, у тебя есть 10 секунд.
два, три, четыре. Семь, восемь. Ну, надо, давай да. выбери одну, да. В общем, ты близок одну очень. Одну из них прав... угадал. Да, одну из них. Сейчас семь. Я не помню. Ну, давай. Вот две цифры, одна из этих. Восемь может. Все, точно? Думаю, да. Так, правильно. Первый вопрос, ты заработал 5000. Даже смотри, если второй вопрос. При какой температуре начинает замерзать вода? Минус 100, нан. Ну, тут легко. Ну, тут легко, минус 100. 0 градусов так, правильно, ниже. Уже 10 тысяч, молодец. Зеленый пигмент, окрашивающий листья, называется? Хлорофилл? Да. Ну, и маленькая Чего? Подсказка на Х начинается. ХЛО. Блять. Чего? Зеленый пигмент, окрашивающий листья, называется? Если вот он неправильно отвечает, что делаем? Он не получает нихуя? Ну да, ноль просто, и все. Влияет. На хэ начинается. Мне кажется, третий какой-то жесткий. Да, правильно. Нах. Нах. Абсолютно верно. Уже ты заработал 15 тысяч. Сколько пар, вот пар именно, хромосом включает геном человека? Ебать вопрос. Это все ебал. А ну тут тоже легко. Две. 46 у человека. А пар, получается? Все, по парам 23. Уже сколько получается? 20 тысяч, да? Это пятый был, да, вопрос? Это, по-моему, четвертый был. Четвертый. Так, да, все, да, хорошо, да. Давай, пятый вопрос. Бля, пятый вопрос. Какие океаны омывают побережье Африки? Ебать. Атлантический... Индийский. И этот индийский. Да. А еще он южный назовет, я считаю, это можно... Не ебу. Можно засчитывать. Смотри, давай, я могу предложить такой... По географии 8. Могу предложить такой вариант. Я могу перечислить варианты ответа, но это уже не 5000, а 2500 будет, если угадаешь правильно. Смотри, первый вариант. Северный ледовитый и южный. Второй вариант. Тихий и атлантический. Третий. Атлантический и индийский. Ты четвертый решил называть, чисто чтобы... Либо а два, либо три. Так, вот. Один из них правильно. Осталось угадать, какой именно. Да нормально, давай. Наугад попробуй. Два, наверное. Нет. Ну ладно, тогда смотри, этот не засчитываем. У тебя банк 20 тысяч. Сейчас ты можешь либо забрать эти 20 тысяч, либо попробовать их удвоить. Но вопрос будет нелегкий. Но тоже с вариантами ответа. Да похуй. Смотри, значит. Кто возглавил восстание декабристов в Санкт-Петербурге в 1825 году? Чел. Кто возглавил восстание декабристов в Санкт-Петербурге в 1825 году? Варианты ответа. Стой. Петр Винкштейн, Сергей Трубецкой, Михаил Сперсанский и Илья Долгоруков. Тип, он в курсе не знает даже планеты. Смотри. Да, все, тихо. Петр Вингенштейн, Сергей Трубецкой, Михаил Спиранский и Илья Долгоруков. Какой правильный ты, блядь. Второй. Петр вот Первый. Можешь... Там не было Петра Первого. А, который блядь. Первый? Давай еще раз попробуй. Давай вторую тебе попытку. Вот от 1 до 4. Могу еще раз перечислить их.
А спасибо. Давай. Смотри, Петр Вингенштейн, Сергей Трубецкий, ой, Трубецкой, извиняюсь, Михаил Спиранский и Илья Долгоруков. Сереженька. Да, ты прав, ты заработал 40 тысяч рублей. Давай тебе их передам. Загуглил, что ли? Ну, ебать, не, это сложная хуйня, я бы не ответил. Высаживай его тут нахуй. Так, куда тебя довести? Ну а если вы досмотрели до этого момента, то видео оказалось не таким уж и плохим. Следующие части будут намного качественнее, потому что в этой части мы немного халантно отнеслись к подготовке к видео, и произошло пару накладочек. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравился видеоролик, подписывайтесь на канал. А с вами был Дмитрий Дронов, всем спасибо, всем пока.